Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним пятое упражнение из рубрики «Это ты знаешь и умеешь». Прочитаем задание. Разбери по составу глаголы. Давайте выполним. Движутся. Глагол настоящего времени третьего лица множественного числа. Окончание. Ут. Основа. Движ. И ся. Суффикс ся. Корень. Движ. Заплакала. Прошедшее время. Единственное число. Женский род. Окончание «а», суффикс прошедшего времени «л», заплака «основа», суффикс «а», приставка «за», плак «корень», мечтать неопределенная форма, суффикс «тю», основа «мечта», а суффикс «мечт» «корень», мечта «ешь», настоящее время, второе лицо, единственное число, «ешь» окончание, «мечта». Основа, суффикс и корень. Размечтаться, неопределенная форма. Суффикс «тю», размечтася, основа, суффикс «ся», суффикс «а», приставка «раз», мечт, корень. Мечтал, прошедшее время, единственное число, мужской род. Окончание нулевое, «л», суффикс прошедшего времени, мечта, основа. Суффикс «а», мечт, корень. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.